Между тем, еще одно железнодорожное происшествие произошло в Жамбылской области. На участке Луговая Курагаты накануне с рельсов сошел грузовой поезд, который принадлежал компании «Темиржолжиндел». Перевернулись 13 пустых вагонов. Никто не пострадал. На время ликвидации последствий движения других поездов по этому маршруту было приостановлено. Спустя 5 часов направление открыли. Причина аварии сейчас выясняет специальная комиссия.